Сегодня мы пришли во всем любимый Winners. Это такой очень популярный магазин недорогой одежды в Канаде. Я нашла новую работу и пора обновить гардероб. Дресс-код черно-белый. Кстати, подпишитесь на мой канал, чтобы видеть больше контента о Канаде. Остановилась на трех вот таких вот вариантах, и во сколько же мне это обошлось? Одна рубашка, футболка и штаны стоили мне $68 после налогов. Как вы думаете, дорого ли?